ведь Цезарь, друг сердечный. Ну, заходи, давно заждались. Нет, не поздно, да, конечно. Не развязывай сандалии. Брось ты эту табуретку. Эй, принесите гостю кресло. Он у нас бывает редко. Так пускай, понеже чресло. Пей, замерз ты, как собака. Угощайся, а не курим. Эй, вы там, кончайте плакать. Мы потом добалагурим. Здесь у нас такие гости. Украшение компании, что не спится на погосте. Или плохо закопали, или соседи, или совесть беспокоит, или соседи кровопийцы, или что-нибудь такое, что забыли летописцы, а быть может, не забыли, да, да, писать про это тошно, знать за это. И убили император не святоша. Без убийства он не может продержаться на маршруте, а в тоске. В тоске на смертном ложе ты мечтала о Марке Бруте. Да, мечтал, а вышел кукиш. Эпитафии на прах мой. Милосердие не купишь, не измеришь тетрадрахмой. Милосердие для слабых. Сильным яду из флакона. Мне бы слабость, я тогда бы не стоял у Рубикона. Так почему же, Боже правый, ты играл со мною в прятки? Почему не дал отравы? Тише, тише, Цезарь. Все в порядке. Ты у нас душа святая. Ты борец не за награды. Что, пора уже? Светает. Ну, заходи. Мы будем рады.